Рай и ад. Может ли творить добро то, что не существует? Посмотри, сколько добра принес человечеству ад. Скольких злодеев обратил он к покаянию. Скольких грешников превратил в святых. Скольким преступлением не дал совершиться. Может ли творить добро то, что не существует? Посмотри, сколько добра принес человечеству рай, сколько добрых дел он вдохновил, сколько скорбей претворил в радость, сколько слез осушил, в скольких душах пробудил божественную жажду. Может ли сотворить добро то, что не существует? Примирение с судьбой. Что значит примирение с судьбой? Одно значение. Подобно валу, безропотно и беззащитно идти на заклание. Другое. Подобно истосковавшемуся сыну, радостно спешить в объятия отца через смерть, как через последнее препятствие. Тщеславие.